בוקר טוב, שלום לחוק לישראל, מוסר להלכות לשבת, עם רצון של דברי תורה. בשביל משבת, אסתר בתמר, הצלחת עם ישראל. תקופת עם ישראל ושמועה שלמה, אליהו חי, אליהו שבן מרים, מכה בת מרים, תהיה בן רחל, כל עם ישראל, בעזרת השם, רפואה שלמה. טוב, פרשת הלכות שבת, דסגברית הלכת ת"ק. וכן אסור להפריש חלה בבין השמשות, שהרי יכול לאכול בלא הפרשה, ולשייר מעט ולפריש אחר השבת שם. דברית הלכה, יש לי סונצה סלע, נוזיוז אישו נמיש לי פי התנצו, צ'אבק נעימי את פרווה, זה לא צחלו. פדמו שתמי זה פרדל מישראלה, אימי עם פרווה, עצירי צחלו עד אוז'י איספיצ'ונו וחלבה. תוי צ'אבק פשול, איספיוק חלב, אלי איזביל זה לצחלו, אלי קופיל. То в принципе он может на шаббат оставить один кусочек хлеба, а потом после шаббата объявить, что это хала. Нет, отделять в шаббат делать нельзя, и в пятницу после захода солнца уже это делать нельзя. И объявлять нельзя, да. Ша, дальше. У сефер брике Йосеф бешем, у вешел Авраам симан дальше. ובנתיב חיים סימן מכלים להפריש בבין השמשות ושכח להפריש מבעוד יום ואין לו, ואין לו לחם לבן אחר אך אם חל ערב פסח בשבת ושכח להפריש חלה מבעוד יום מותר להפריש בבין השמשות ואין לו תקנה לשייר אם שכח אז להפריש גם בבין השמשות דעת האחרונים שיפריש בשבת וייתן לכהן קטן לאכול אין שם משרת תשובה סימן Он говорит, если есть вопрос, если в Песах это получилось, Шаббат и Песах вместе, Шаббат начинается в пятницу вечером, тогда он вынужден будет отделить кусочек от мацы, как халу, и отдать мальчику, который коэн, который маленький, чтобы он ее съел. То есть человек должен быть подготовлен к Шаббату. «Вим шахах аз ла фриш гамбе вен ашмашо, дад ахроним, ше я фриш бе Шаббат, ве итен ла коэн катан». Сказали. Дальше. «Аминьях бе эрев Шаббат двар мукце бе кавана аль кли» שלא שמלאכתו להיתר. נעשה הכלי בסיס לדבר האסור. בדין הכלי כמוקצה גופו. ואפילו נתלה משם המוקצה ביום שבת מכל מקום, כיוון שהייתה מונחת שם בבין השמשות. בין השמשות אסור לטלטלו גם אחר כך, כל היום אפילו לצורך גופו ולצורך מקומו. ואפילו לטלטל הכלי כדי לנער ממנו המוקצה, דהרי להווה רק טלטול כלאחר יד, אפילו אך יאסור שערי הכלי גופו נעשה כאילו היא עצמה מוקצה. ולזון תק, שלווה כתורי פפייתנס ופרד שבתם. זהל איומישלנה קקוטה ויש כתורי יבלעצה מוקצה פלאז'ל נדרוגו יבש, כתורי מורדנה פולדווסה נשבת. נפרימר, שלווה זהל איפלאז'ל כשילוק נפדושקו. נו. Если он забыл кошелек на подушке, тогда он в шаббат может стряхнуть его подушку, поднять, чтобы этот кошелек упал. Это было неумышленно. Но если он умышленно положил, думал, я все равно на этой кровати не спать не буду, то подушка стала сейчас основанием для мукце. И закон этой подушки, как сам мукце. Как это... А кровать? Нет, не кровать. Подушка. Теперь получается, что он, как он не имеет права переносить кошелек, так не имеет права переносить эту подушку. Даже если пришел ребенок и этот кошелек оттуда забрал, уже нету на подушке мукце, но сама подушка уже сейчас мукце, как этот кошелек, и не имеет права человек ее переносить и переставлять. Мы говорим, что умышленно. Если он не видел, другой вопрос. Потому что если он положил умышленно, значит он хотел, чтобы то, на то, что он положил эту мукце, он хотел, чтобы, ну скажем, кошелек на ребенок не трогает, да, скажем, фонарик он положил специально. Куда-то, или на стул положил фонарик, думая, что мне этот стул все равно не нужен будет, то, мы сказали, то тогда это то, на что он умышленно положил. Поэтому мы с вами говорим, то, на что он умышленно положил, становится мукце. Поэтому мы с вами говорили, что человек, который накрывает на шаббат, если он не успевает накрыть на стол, он должен что-то положить на стол, кроме свечей, которые он на столе зажигает. Если он зажигает свечи на столе, тогда стол становится основанием для мукце, для свечей. Поэтому стол не может быть пустым, должен положить там халы или еще что-то накрыть. Показать, что для него важнее халы и остальное, а не свечи. Что главное там не свечи.
Вот насчет халы вы сказали, надо взять халу, потом объявить. Мы говорим, что забыли они, забыли, там сказали, что они забыли отделить халу. А тесто забыли отделить халу. Нам ровно еще это. Если на столе зажигаешь свечу, а если не зажигаешь, если она пустая, все равно ты же еще холод. Не, на стол, на шабатний стол? Смотря что вы положите. Если вы положили на стол шабатний мукце, тогда это будет мукце. А если нет, то нет. Еще раз. Да. Когда вы будете стол накрывать? До шабата или во время шабата? Если... Да, если вы положили только мукце на столе, и когда шабат зашел, то стол стал основанием для мукце. Поэтому нужно накрыть, и как мы с вами говорили, вообще желательно, чтобы стол был накрыт уже до начала шабата, чтобы человек пришел, уже было все готово, красиво и аккуратно. Если я неумышленно положил. Умышленно, да? Потом уже поняли, то есть где убрать. Там укрывало, под него убрать, когда все упало. Нельзя. Укрывало тоже идет, все лучше идет. Хаминьях Беэрев Шаббат, Двар Мукце Бекавана, да, если мне это сказали. Има я мунах шам кодем бенашмашот, гам давар этер, ваэтер хашубро йотер мя исур, азай нааса акли басис ле исуру летер, умутар летартел акли. Теперь. Но если, скажем, на этой подушке было там что-то вместе с этим мукце, до этого было что-то, что важнее. Я не знаю, в кошельке доллар, а там еще стоял бриллиантовый браслет. Что для него важнее, кошелек или бриллиантовый браслет? Бриллиантовый браслет, но бриллиантовый браслет, он не мукце. Так, нет, тогда, допустим, что он не мукце. Тогда эта подушка стала басис, основанием и для мукце, и для не мукце. Тогда можно будет ему это сбросить. Мутали телекли. Умнора шиидлику алея нерод для шаббат, афальпи шухукли כיוון שהדליקו עליו בין השמשות, נעשה כמוקצה גופו, לכן אפילו אם הניח עליו בערב שבת דבר המותר, כדי שיהיה בסיס לאיסור ולהיתר, לא מהני, שהרי ידוע שהנר חשוב לו בלילה, יותר מדבר שמונח על המנורה. טס. טוב, טסה בשנייה את גלבו שולחן ערוך איתה. שם כתורו יש פצוושניק. איתם הוא סווה שזה שגעת. שטונס גזל. נעת פצוושניק, כרומי סווי, פלאז'ו שטוטו דרוגויה, שטוני מוקצה. Чтобы потом, когда свечи потухнут, он мог этот подсвечник переносить. Имеет право или нет? Говорит, Аз не имеет права, потому что нам всем понятно, что главное в этом подсвечнике что? Свечи. Свечи. Даже то, что он там положил. Главное ночью для него свечи, чтобы они горели. Поэтому мы сказали, что когда можно было ему переносить, когда то, что не мукце, важнее то, что мукце. Но в этом подсвечнике свечи, они важнее, чем чтобы он на них не положил. А если подсвечник важен, да, и серебряный? Все равно важен, нет, потому что мы сказали, то, на что я положил мукце, становится само мукце. Как эту свечу нельзя переносить, так и подсвечник, в который я эти свечи вложил, нельзя переносить. И даже если я что-то положил туда важное, так как свечи важнее, больше переносить это будет нельзя. Лучше, когда на шаббат зажигают эти маленькие свечи, которые горят 24 часа. Или большие, которые горят 24 часа. Не, ну 24 часа не обязательно, чтобы горели свечи на шаббат. Но 2-3 часа хватит, да. Если у свечи они мало горят, говорят, что если положить их в морозильник, они дольше горят. После морозильника. Так что пока мы приходим, уже не потухли, когда надо свечи. Нет. Мы не увидим ничего, поэтому я спрашиваю. Да, не, жена ваша видит, те, кто дома видит, это нормально, когда шаббат наступает. То это Аллахот на сегодня, мусар на сегодня. Он говорит так. Ведаки ашаббат ушар шебой канеса Адама, это сказали, 13. Кейцади каема Адама шаббат кильхато иззагер беэлю ют хет дырахим. Говорит, как человеку соблюдать шаббат по законам? Он говорит, пусть будет внимательный в следующих 11 вещах. Первое. Лекабель шаббат ми беод йом, лифиша акадош баруху, усвивотав йошвим хайалот шер холь. Ульфиках царих адам, шело якацер гевула кодеш, вело яхнис тум'а бэхад. Шело ямру алав, арур маздир гевул рээу, авал ярхив гевул ашкина.
ובייתו מוסיף בשבת בכניסתו ופציעתו מחול אל הקודש. נמצא שהוא מוסיף ומרחיב גבול הקודש, ובזכות זה בייתו קורא השם בצרה, מרחיב לו השם גבול הקודש ומקצר גבול הצרה וזוכה לנחלה בלי מצרים. Он говорит, человек, который принимает на себя шаббат до начала шаббата. Награда у него, он говорит, что он получает добро безграничное, бесконечное. Почему? Он говорит, потому что перед началом шаббата, если можно так сказать, Всевышний и все его ангелы, и все армии его ангелов, они уже восседают на троне. Поэтому человек уже как бы начинается шаббат. И человек не должен ущемлять шаббат. То есть, где есть границы шаббата? Чем позже человек принимает шаббат, тем меньше он эту территорию делает для Всевышнего и для его ангелов. И если совсем он принимает шаббат поздно, то получается, как он заходит на чужую территорию. А в школе в Торе написано, что не дай Бог проклят человек, который нарушает границу другого. Что это? Раньше поле было разделено забором. Человек мог ночью выйти и подвинуть. Про него написано в Торе, что такой человек проклят, потому что он ворует территорию чужую. Как мы можем принять раньше шаббат, если все одновременно принимаем шаббат в субботу и в конце? Такие, да, по времени. По времени. Кроме того, например, мы стараемся принять шаббат, мы начинаем молитву примерно 20-25 минут до захода, 40-45 минут до захода шаббата, чтобы мы успели закончить минха и перед минха сказать, Галаха говорит так, перед минха сказать, что мы принимаем шаббат. Что если человек видит, что он не успевает, что минха закончится и уже шаббат сам по себе автоматически наступит, ты закончила минха, не закончили еще Ален Машабер, это все скажи словами, что сейчас с этого момента я принимаю шаббат. Что значит как? Принять раньше шаббат. Раньше идет. Как мы пока мы в Конесове, если ты в Конесове не пришел, ладно, ты раньше все это прочитал, можешь. В Конесове мы принимаем, еще раз, если в Конесове не успевает до захода принять шаббат, человек своими словами говорит, я сейчас принимаю на себя шаббат, минуту, две, пять, десять до начала шаббата. Жилетом, не оставлять, зимой тоже, не оставлять все на последнюю секунду. Обязательно читать, там уже мы автоматически принимаем. И даже если мы не прочитали, если мы прочитали это поздно, и шаббат зашел, он автоматически заходит. Но человек говорит, Аллаха, что человек теперь. Это до шаббата, и также говорит после шаббата. Не нужно сразу провожать шаббат, а нужно чуть-чуть остаться на шаббат. Почему? Этим самым я расширяю границы святости, и Бог говорит, за то, что ты мне расширил границы святости, я расширю твои границы. И все страдания и беды я у тебя уберу и дам тебе награду бесконечную. Женщины, когда принимают шаббат раньше, я понимаю. А мужчины, как могут принять раньше, чем положенное время, и тем более... Мы принимаем синагогу у нас намного раньше, чем положенное время, да. Особенно летом. Все. Ну, если ты хочешь сейчас 4 часа принять шаббат, ты можешь это сделать? Вы должны помолиться минха. Нет. Есть время. Есть время, за которое можно, что это видно, что вы принимаете шаббат. Час 15 до шаббата уже можно принять шаббат. Значит, не обязательно будет совсем в конце, что так? Да, да. Ты шаббат принял, а потом пришел в конце, что ты делаешь? Мы с ним, минха, вы должны помолиться до этого. Я понял. Все, потом вместе с ним читаете каббалат шаббат. Ничего страшного. Уже с принятым шаббатом, да, пришел? Да. Делают это? Да. Вы должны соблюдать? Тоже так делаете. Второе. Летакен губяцмо мерев шаббат келим лихвот шаббат. Лифиша шаббат колел тет аспаклариот хамеирот. Укшадам умекабель шаббат ху. Ушпизихна ламелех малхам лахима кадор борху. Ульфиках рауи летакен беацмо мипне кевода мелех. Второе. То есть первым мы сказали встречать шаббат пораньше и провожать шаббат попозже. Человек должен в пятницу перед шаббатом сам готовиться к шаббату. Принести красивую посуду, красивые вещи. Потому что, он говорит, шаббат включает в себя 9 светящихся колесниц. И человек, который принимает на себя шаббат, он сейчас как бы является прислужником, служителем Всевышнего. Малхе...
Лефиках. Поэтому он говорит, правильно будет, чтобы человек сам готовился на шаббат, не бросил все на жену и детей, помог им накрыть стол, поставить стулья красиво, как мы говорили до этого, подготовить свечки для своей жены, свечи субботние, чтобы она зажигала. Адама осеке маамин бе эмуната шаббат, эмуна шлема, убе эмуната содот, пнемиот, вегу мехабет эт ашем итбарах, ве алав неймар, ки мехабдай ахабет. Поэтому он говорит, человек, который так поступает, что он показывает? Он показывает, что у него есть вера в шаббат, полная вера, что, как мы сказали, Бог дал нам шаббат, и мы должны его соблюдать. И вера в секреты скрытости того, что там есть. И он этим, что готовится к шаббату сам, он уважает Всевышнего. И про него написано, «Ки мехабдай ахабет», что тех, кто уважает меня, я буду уважать. Третье. בקידוש היום, בסוד הקידוש בשבת, כלומר כשיוצא מגבול החול הגמור מחנות החיצוניים, ונכנס בהיכל הקודש ועומד לפני השם יתברך, והרי נפשו מקודשת להשם, ולפיכך אין לו לעשות רק מעשה קודש, ואם עושה מעשה חול, ומחלל את השבת, הרי הוא כאישה זונה שמשקרת תחת בעלה, וחייב מיתה שהוא כמשקר באמונת התורה, לפי שמקודשת היא כמו האישה המוקדשת לבעלה, שאם זינתה תחת בעלה, מתגרשת או שותה מים מערערים, ולכן ניתנה שבת במראה, וכל המחלל שבת בסתר עתיד לשתות מים המערערים. ואם בגלוי חייב מיתה כמה הלכות נאמרו ברמז זה המפתח שלהם. און דיסגברי דל שיטק. כגדה סביצילסה שבת, כגדה אוז'ה נסופיל שבת, и святость шаббата началась, он говорит, сейчас человек выходит из будней и заходит в святость. Выходит из лагеря нечистоты будней, входит в лагерь чистоты. Входит в зал, в дворец Всевышнего и стоит прямо перед Всевышним. И его душа освещается, когда наступает шаббат, с наступлением шаббата. Поэтому, говорит, человек, который нарушает шаббат, не дай Бог, и делает что-то буднее на шаббат, зажигает свет, огонь, телефон, машина, я не знаю еще что там, автомобиль. Он говорит, на кого похож? На женщину-блудницу. Женщину легкого поведения, которая обманывает и изменяет своему мужу. И заслуживает смерть. Человек, который нарушает шаббат, заслуживает смерть. Почему? Не потому, что он свет включил или я не знаю, что там сделал, а потому, что он проявляет неверу во Всевышнего. Наказание за что? Откуда мы знаем, насколько строги законы шаббата из его наказания? Наказание за нарушение шаббата – смерть. Не потому, что он нарушил, а потому, что он проявил неуважение ко Всевышнему. Бог тебе дал эту мицву, царь царей тебе дал мицву, а ты ей пренебрегаешь, ты ее не исполняешь. И дальше поэтому он говорит, как говорит женщина, которая изменила своему мужу, наказание у нее смерть, или она выпивает горькие воды соты, и ее проверяет, изменила она или нет, если мы у нее ревнуем. Также говорит этот человек, даже тот, который скрытно нарушает шаббат, в конце концов он выпьет эти горькие воды. Вимбегалуй хаявмита, если сделал это умышленно, заслужил смерти. И сколько говорит, есть на это алахот и намеков. Поэтому сказали, человек, который нарушает шаббат, зажигает огонь, зажигает спички, зажигает машину, он, не дай Бог, включает себе гегеном, и не только себе, и всем своим близким родственникам, дедушке, бабушке, отцам, матерям, не дай Бог, если они уже скончались. Потому что мы сказали, гегеном в шаббат отдыхает. Для кого? Для тех, кто шаббат соблюдает. Говорят, ты шаббат не разжигал огонь на земле, мы тебя тоже не будем разжигать там. Но если разжигал, то он сам виноват. Поэтому человек должен знать, что святость шаббата – это самое лучшее, что он может сделать для помощи тех, кто скончался – это соблюдать шаббат. У меня есть вопрос. Наверное, мне раньше вы сказали, если ты будешь уважать Всевышнего, он тебя будет уважать. Это не всегда работает обратная связь. Скажем, ты бойся Бога, люби Его, бойся Его. А обратная связь здесь не работает? Почему? Как не работает? Чёрт тебя будет бояться? Написано здесь «Мехабдай Ахабет».
он не будет бояться, Бог исполняет слова праведников. Написано, цадик гозер, вашем мекаем, праведник постановляет, а Бог исполняет. Бог говорит, за то, что ты выполнил мою волю, я выполню твою волю. Поэтому есть сила у праведников отменять, не дай Бог, тяжелые приговоры и все остальное. Важно, мы тоже то же самое. Мы уважаем Всевышнего, Он уважает и любит нас, как своих детей. Баруха Адонай леолам, амин ве амин. Рибир.